понедельника в Приднестровье начнет действовать обязательное страхование автогражданской ответственности. Где и по какой цене можно приобрести полисы, что делать в случае ДТП, кто будет оценивать ущерб и куда пойдут заплаченные за страховку деньги. Об этом расскажет Андрей Малеванный. Водительское удостоверение, талон техосмотра и техпаспорт автомобиля. С 1 июня к этому необходимому для эксплуатации машины перечню документов прибавится еще и полис ОСАГО. Ну и, конечно же, не забывайте пристегивать ремень безопасности и включать ближний свет фар, потому что наличие страховки не освобождает от необходимости соблюдения правил дорожного движения. С 1 по 5 июня сотрудники ГАИ будут снисходительными к незастрахованным автовладельцам. Можно обойтись предупреждением. Но уже с 6 июня отсутствие полиса ОСАГО станет основанием для штрафа. В тех же правилах дорожного движения установлен запрет на эксплуатацию транспортного средства без наличия полиса. И, соответственно, в соответствии с действующим кодексом об административных правонарушениях, будут привлекаться к административной ответственности за отсутствие полиса обязательного автострахования наши граждане по статье 12.5, которая предусматривает штраф до 3 РУМЗП. В деньгах это 51 рубль. Чтобы не давать лишнего повода быть оштрафованным, необходимо приобрести полис ОСАГО. Его стоимость для конкретного автомобиля можно узнать на сайте страховой компании. К примеру, для машины с объемом двигателя до 1600 кубических сантиметров стоимость страховки на год составит 235 рублей. Это минимальная сумма. Чем больше объем, тем дороже полис. Это общий мировой принцип, отметили на пресс-конференции. Любой гражданин Приднестровья может приобрести полис ОСАГО ПМР по месту нахождения нашего офиса. Это город Тирасполь, улица Энергетика, 26А. Также во всех отделениях Сбербанка по всей территории Приднестровской Молдавской Республики, во всех почтовых отделениях ГУП «Почта Приднестровья». Также нами заключены договора, агентские договора на реализацию полиса с ГУП «Техническое освидетельствование» и ГУП «Информационно-правовой центр». Если вы ответственный автовладелец и приобрели полис вовремя, но на дороге случилась авария, помимо оказания помощи пострадавшим и вызова сотрудников ГАИ, теперь необходимо известить о случившемся и страховую компанию. Первоначально должен уведомить соответствующие компетентные органы, в данном случае органы ГАИ, о совершенном факте ДТП. Органы ГАИ, в свою очередь, должны составить соответствующий документ, подтверждающий данный факт. Также виновник ДТП должен уведомить в течение 48 часов страховую компанию. Размер причиненного в ДТП ущерба определит представитель страховой компании. Пострадавшему по желанию могут либо восстановить автомобиль, либо выплатить определенную сумму денег. На эти цели пойдут средства, собранные от реализации полисов. Идет подразделение финансовых средств со страховой премией. Это 30%. 25%. Это наведение дела, 70% это формирование страховых резервов и 5% это компенсационные выплаты. В ходе переговоров с молдавской стороной было достигнуто соглашение о взаимном признании полисов ОСАГО. Правда, здесь необходимо быть внимательным. Не все страховые компании присоединились к разработанному механизму. При приобретении полиса лучше уточнить территорию его действия. Приднестровскую страховку должны приобретать и все иностранные автомобилисты, въезжающие на территорию республики. Даже те, у кого есть зеленая карта. Для иностранцев приднестровская страховка дороже, чем для граждан республики. Минимальная стоимость полиса на год 330 рублей. Правда, можно приобрести страховку на 15 дней. В случае, если действительно возникнет та ситуация, когда при въезде на территорию Приднестровья по каким-то причинам не приобрелись страховые полисы, то, соответственно, эти функции будет выполнять таможенный комитет. И поэтому граждане должны быть к этому готовы. Сотрудники системы таможенных органов настроены на оперативную работу. Где-то в среднем у нас оформление занимает страхового полиса. Мы проанализировали 10-15. В ГТК просят приднестровцев заранее проинформировать иностранных гостей, приезжающих в республику, о необходимости приобретения полисов. Андрей Малеванный, Егор Бекерский, Первый Приднестровский телеканал.